Отже, пані та панове, я запрошую вас на сьомий бій у ваговій категорії до 70 кілограмів. І у червоний кут гексагону запрошується боєць із Латвії. Олександр Чижов! Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I'd like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can keep the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stop it. Barrels locked and loaded, diamonds glowing, chalk climbing on them. We think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up, the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, EO, my pants, below. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah, I listen to X, I beat the bars. Yeah, snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, I trap. У синій кут гексагону запрошується боєць із України Олег Хачатуров! А ты прикурила Мальбора, 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 зарыда, фаталини Санта Барбара, Барбара, себе голову лама, факлимали сразу. Пані та панове, у червоному куті боєць із Латвії. Він представляє клуб Грейс Бара Латвія. Із Латвії Олександр Чижов! У синьому куті боєць із міста Сєвєродонецьк. Він представляє клуб Лідер. Із Сєвєродонецьку Олег Хачатуров! Рефері Микола Бурля. Парні, у вас
3 раунда по 5 минут. Правила вы знаете. Перчатки, шорты, сетку не хватаем. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Пожали руки. По углам. Итак, ребята, очень напряженный бой. Один из самых ожидаемых боев. По минимуму пытаться комментировать, потому что очень переживаю за Олега. Это на самом деле мой хороший товарищ друг. Очень часто приезжает к нам в Аурум на подготовку. Просто... Итак, первый раунд, дорогие друзья. Александр Чижов против Олега Хачатурова. И с лоу-кика начинает, с внутреннего лоу начинает Александр. Видно, у него есть преимущество в росте. И довольно сильно работает. Прям с первых секунд. Александр. Хочу отметить, что Олег очень дисциплинированный, такой очень собранный и очень мощный боец. Сейчас поджимает к сетке, пытается сделать перевод. Олег, смотри, как грамотно защищается Александр. Да. Конечно, видно, что в стойке себя очень свободно чувствует Александр. Успел локоть ставить очень Александр. Очень раскрепощенно раскидывает ноги. Слушай, два универсала встретились в клетке. Два универсала. И, слушай, пытается все же додавить этот эпизод. Олег не отпускает он Александра. Забрал спину. Теперь нужно просто не спеша. Да, очень грамотно защищается Александр. Пытается он про... Если не ошибаюсь, Александрс. Не Александр, а Александрс. Александрс, ну правильно, Александр, Саша. То есть это все равно Рига наши, так сказать... Друзья и Александр. Можно просто Саша. Опять мы видели локоть. Да, конечно, очень грамотно стоит на ногах. Пытается перевести его Олег, но смотри, как защищается грамотно Александр. Тем более я смотрел его поединки. Большинство поединков проходило в ринге, а не в клетке. Я тебе скажу, что вот в стойке, конечно, заметно, что Олегу было непросто, потому что очень раскрепощенно, очень хлестко бьет. Представитель Риги. Да, у него мощная поддержка. У Александра мощная поддержка. Несмотря на то, что да, есть перевод от Олега, но очень опасная ситуация, потому как. Накинул ногу на треугольник. Ударил локоть, бьет локоть. Слушай, надо Олегу выходить отсюда. Нельзя спать, потому что очень опасно на самом деле. Александр. Оттесняет и... Слушай, Олегу нужно не спешить обойти этот гард, на самом деле. Очень опасно, оттуда работает локтями. Я думаю, Олег просто выжидает своего момента. Хорошо. Расслабится, и пошли добивания. Напряженно. Ой, как напряженно. Серьезно. Для меня это один из самых ожидаемых поединков. Пытался атаковать армбаром Александр. И как мы видим, один из самых конкурентных. И как бы не самый конкурентный, потому что тут, конечно, уже видно, что уровень у обоих ребят высочайший. Я думаю, это был бы действительно вот такой бой достоин пояса. Как минимум роуту WWC. Мы видим локоть от Александроса. Слушай, как много работы локтями на самом деле. Это уровень. Есть уже первое рассечение, непонятно отсюда у кого. Но, как мы понимаем, это у Олега рассечение уже. Ой, просто великолепный. Великолепная работа в партере снизу от Александра. Еще запускает эп-кик. Александр вновь идет к нему в гард. Олег. Слушай, снизу он работает и попадает. Довольно сложно. Бойцов понимают стойку. Походу рассечение жесткое. Рассечение жесткое какое. У Олега. Так, приглашается доктор в клетку. Давайте витрим его нашим бензином. Очень напряженный поединок. Действительно. Мы уже видим, как Олег говорит о том, что он не хочет, чтобы этот поединок заканчивался. Я думаю, док сейчас должен сделать все по максимуму, но эти локти от Александра, они действительно опасны. Находясь даже снизу, он умудрялся наносить их. Хотя, на секундочку, Олег один из топовых бойцов Украины. Две сечки мы видим на одной брови. Две сечки на правой брови. Мне очень обидно будет, если так завершится поединок, потому что у Олега был долгий простой. Он последний раз выступал на харьковском турнире WWC-16. Это было в ноябре 2019 года. И у него были травмы, у него слетали поединки. Он наконец-то вышел в бой. И не должно так все закончиться на самом деле. Даже три сечки.
Извини, только что не показалось, три сечки, прям одна над другой. И... Жесть, просто жесть. Я теперь понимаю, куда Александр будет продолжать наносить удары. Очень неприятно. Я, конечно, понимаю, что как комментатор я должен быть нейтральным, но очень сложно здесь. Я тебя понимаю, Александр, но... Слушай, как... Вина Олегу тяжело, а Александр потихоньку начинает уже раскрываться. Жестко пытался встретить колено по корпусу и прижимает Олег сейчас к сетке. К сетке, но ты посмотри, локоть и колено продолжает атаковать Александр. Напряжение очень высокое в зале. Все замерли просто в ожидании, что же будет, как будет развиваться дальше поединок. Видим, пытается оттесниться от себя, оттеснять от себя Александр, своего оппонента, но Олег не отпускает. Плотно вцепился. К сожалению, видно, что тратит силы Олег на то, чтобы держать клинч. Еще один локоть на выходе. И прям с колена, с разножки залетает. Александр блокирует проходы, накрывает сверху Олега. Сейчас Олегу очень сложно. На самом деле опасные локти. Слушай, я смотрел интервью Александра. И он на самом деле из себя представляет универсального, высококлассного бойца. Как минимум, мы видим, что в стойке он очень серьезный. И переводить себя пока что не дает. Не дает, да, не дает. Мне еще, знаешь, что кажется? Очень сложно Олегу. Конечно, такой урон принял бы в первом раунде. Смотрим на повторах, как был перевод от Олега. Он сам наносил удары. Но здесь встретились высококлассные бойцы. Два высококлассных бойца. Олег. Надеемся, что сейчас не будут вмешиваться в этот поединок судьи и врачи. И дадут продолжить, потому что очень хочется, конечно, чтобы Олег нашел свой путь к победе в этом поединке. Да, нашел свои ключики. Раскрыл, потому что пока поединке. На самом деле, если говорить честно, то мы этого не видим. Сложно ему. Первый раунд уверенно за Александром, но вот посмотрим, насколько сейчас настроился и переборол себя Олег. Обменялись киками, лоу-кик от Олега и по печени спины бэк-кик, и успел среагировать Олегу. Оу, колено в голову, пытается перевести, разворачивается на него Александр. В фолгарде оказались спортсмены. Олегу нужно сейчас как можно меньше думать о контроле, и нужно думать о ущербе и о сабмишинах. Ты знаешь, здесь самое главное не допустить ошибку в таком откровенном добивании, потому что Александр не так прост. Согласен. Он может воспользоваться этим. Но если Олег будет думать о контроле, то, возможно, он запустит еще какие-то локти, и ты сам уже видел, что рассечение очень опасное. На них уже засматриваются врачи, засматриваются судьи. Да, потому что в перерыве там уже засматривался доктор, и сейчас... Отлично. Контролит, и будет колено ли удушающий? Можно бить. Будет ли удушающий сейчас прием от Олега Хачатурова? Позиция север-юг. Но нет, пока нет. Ну, сейчас можно задушить Олегу. Не можно вспомнить об этом. Когда так накинута. Когда накинута так рука, то можно душить. Слушай, ой, как грамотно. Грамотно сработал сейчас Александр. С вольной борьбы был. Настоящие универсалы в клетке. Ты знаешь, у них одинаково хороша и ударка, и борьба. И, в принципе, бойцовский IQ на высоком уровне. Слушай, но Александр... Слушай, при любой возможности вставляет свои локти, да? Локти постоянно вставляет, и колени постоянно вставляет. Даже как только они поднялись и были в клинче, он тут же засаживает колено по корпусу. Очень сложный поединок поднимать, для Олега. Поднимать надо битком сейчас было. Еще на колено по корпусу от Александра.
не сдается. Слушай, и насколько он высокий, насколько он такой, да, высокий, вытянутый и острый. Все его атаки такие острые, локти, колени. Но Олег не отпускает. Ногу очень не упускает. Очень много сил, кстати, это Олег, конечно, на эти переводы. Очень плохо, что они не заканчиваются успешно. Пока с тем, что Олег показывает в этом поединке, Александр пока справляется. И будет ли перевод? Хорошо, да, есть перевод от Олега Хачатурова. Да, но преждевременно прошу прощения у болельщиков, но я не могу нейтрально комментировать этот поединок. Эмоции просто зашкаливают. Ну, мне кажется, тебя сейчас вспоминают болельщики. Захейтят болельщики, да. Так, неинтересно, у нас это, конечно, сложнейший поединок, особенно второй раунд. И пытается атаковать сверху Олег, также подключает локти, но насколько неудобно, Александр, просто неудобно. Не, при этом я ни капли не преуменьшаю заслуг Александра, и все его, конечно, атаки, они очень, очень опасные, очень острые. И грамотные. Да. Он четко понимает, когда надо ударить. Да, есть подхват под руку, и вот сейчас уже пытается Александр атаковать, но сбросил ноги Олег. Есть. Да, зафиксировал правую руку Александр Олега, но Олег также продолжает пытаться добивать из позиции сверху. Очень сложный поединок. Сейчас Олег, смотри, Олег не упускает свою возможность. И знаешь, он хорошо отрабатывает этот эпизод. Он прям как включился. Слушай, ему уже некогда ждать, на самом деле. Мы понимаем, что первый раунд был за Александром. За Александром просто, ну, отлично открылся, на самом деле, в первом раунде. И в доминирующей такой манере его забрал. И по ущербу, и по моментам. Поэтому Олегу некогда ждать, нельзя ждать. За спиной оказался. И пока Александр. Я считаю еще этот раунд за Олегом, но, как видим сейчас, Александр забирает положение практически со спины. Да, он уже заправил одну ногу, вторая пока еще Олегу нужно заправлена. Сейчас как можно больше пытаться защищаться от ущерба, потому что сечка будет течь. Слушай, ну и видно, как Александру немного сложно, да? Потому что грамотно защищается Олег. Да, без спора, конечно. Последние секунды второго раунда, и на самом деле очень волнительный момент. Я думаю, для всего украинского ММА. Также и для болельщиков. Слушай, ну... Очень и очень такой, да. Слушай, неплохой камбэк Олега во втором раунде. Да, пока у нас по раундам, ну явно видно, что 1-1. Да. Просто явно видно, что 1-1. Вот прямо сейчас будет просто... Будет мясо, будет рубка за победу в этом поединке, потому что этот раунд сейчас решит все. Сейчас будет проявляться самый настоящий чемпионский раунд. Характер. Да, да. Как мы видим, морально, физически, ментально Олега не сломить. Не сломить. Но очень опасные сечки, поэтому его, помимо того, что нужно в этом поединке выигрывать, еще нужно думать постоянно о том, чтобы не пропускать удары. Потому что, как вы знаете, при ударе по сечке, сечка начинает раскрываться и становится все больше и больше опаснее. Очень, очень напряженный поединок. И, слушай, улыбается, честно, Олег, улыбается. Честно, я не ожидал такой оппозиции от Александроса. Просто высочайший уровень. Я ожидал, и для меня это были два идентичных, равных спортсмена, два универсала. И действительно, аплодисменты этим двум воинам. Третий раунд, заключительный. Олег Хачатуров против Александра Чижова из Риги, который приехал в другую страну, да, к своему оппоненту. И драться у него дома. Да, да, драться у него дома. Это, несомненно, большой груз на плечах у Александра, но тем не менее он с ним справляется. Слушай, ну не меньше ответственности, на самом деле, ответственности у Олега, да, потому что много знакомых. Здесь присутствуют в зале. О, хорошо по печени попал, да? Так. С уклончика влево. Еще один внутренний лоу от Александра. На дистанции, конечно, да, Олегу сложнее, потому что очень быстро и хлестко бьет. Сейчас пытался Александр. Вот Олег забирает
Нужен перевод, очень сильно нужен перевод. Спасла, спасла сетка буквально Александра, он от нее отпружинил. Да, есть очень грамотные подсказки. Как мы видим, больше подсказок сейчас от Александра Игоревича. Но при этом очень много подсказок и от Игоря Прохватилова. Это сейчас он находится в углу Олега. Это тренер из Харькова, тоже мой хороший знакомый. Я знаю, что Олег перед каждой своей подготовкой ездит на определенное время готовиться в ММА-центр к Прохватилову Игорю. Какой великий поединок. Сейчас, конечно, неприятное колено. Я думал, даже попало в пах. Я считаю, что-таки, что не хватает сейчас Александра Игоревича Дудочкина в углу Олега. Да, согласен. Но, тем не менее, он его слышит. Забирает ногу Олег. Нельзя дать удушающему. Слушай, набрасывает удушающего. Ой-ой-ой, опасный момент сейчас для Олега. Сможет ли он грамотно надо ногу освободить. Олег пытается освободить ногу. Да, пытается освободить ногу. И, конечно, замок. Отпускает замок Александр. Пытается подняться. Слушай, насколько Олег сейчас проявляется у ребят характер. Вау, и просто посмотри, вау. Как... Это чемпионы, действительно, два чемпиона с чемпионским характером. Невероятно сложно. Очень внимательно сейчас нужно смотреть нынешнему чемпиону. Ой-ой-ой-ой. Опять попытка удушающего от Александроса. Слушай, очень опасно он их накидывает, очень опасно. Слушай, он Грейси Барра занимается, извини меня, там уровень джиу-джитсу. Будь здоров, пытается оттеснить сейчас, оттесниться и вырваться, да, выскальзывает. И прям просто, ты видел, как Олег среагировал? Нет. Он показал гримасу, типа, его это не берет, он выкрутился и дальше продолжает атаковать Александра. Заряжен у нас вес 70 килограмм, на самом деле чемпионом в нем является Кирилл Горобец, высококлассный боец. Но я тебе скажу, что судя по этому поединку, я скажу, что... Он с ними на одном уровне, это три бойца одного уровня, высочайшего. Согласен. Не преуменьшая ничего, ну, ничьих способностей, но они... У нас очень... Эта пара показывает, что они достойны оба отряться с ним. Но ты знаешь, это в этом поединке, мне кажется, именно определится претендент. Это было бы справедливо, я считаю. Потому что прошлый поединок Горобец провел против Горшечника, который выступает в 66, и дальше будет выступать в 66, сегодня будет выступать в 66. Слушай, заходит за спину сейчас Олег. Слушай, ну таким способом он сейчас может, конечно, раунд этот забрать, а он ему очень нужен этот раунд. Очень нужно оставаться спереди, очень нужно, сверху точнее. Заслуги Александра, конечно, великолепные, сейчас пытается. Ой-ой-ой-ой-ой. Постоянно атакуются бишенами Александр. На него нужно ой, идти. Ой, опасная ситуация. Ой-ой-ой, как накинул. Да, Олег, конечно, на уверенном вообще... Выходит ноль переживаний, смотри, забирает контроль под сеткой, понимает, что в таком сложном и равном раунде контроль будет играть очень большую роль. Олегу так же, сейчас правильно. Бы Олегу, да, подхватить бы эту ногу или рукой, или ногой, а лучше ногой, потому что там голову опускать нельзя. Александр накидывает постоянно. Ну и плюс сечка постоянно, да. Дает о себе знать. Нельзя отдавать шею. Колено по корпусу от Александра, точно ловит тайминги. Когда наносит эти удары. Как локти, так и колени. Да, как да, только да. Появляется малейшее пространство, он сразу туда всовывает свои острые конечности. И я еще не видел, чтобы он даже попал в пах. Он попадает четко в живот. Да, Олегу бы сейчас забрать корпус руками, на самом деле. Пытаться делать зацеп ногой, посадить его. Вот он это и делает. Вот он это и делает, что я говорю. Слушай, ну, ты, наверное, подсказал ему, да? Нужно было мне в угол садиться. Но, тем не менее... У нас 40 секунд, и Олегу просто нужно их проконтролировать. Но мы видим, что Александр не собирается пытается, отдавать, да, он пытается дальше активно угрожать сабмишинами. Нет, Олегу рано душить, нужно да, ноги закинуть, надо закинуть душить. Ноги. Не надо ни в коем случае нельзя сейчас отдать позицию эту, ни в коем случае. Сейчас не так важно сделать сабмишин, как важно не отдать позицию и забрать этот раунд. И еще один перевод мы видим. И это похоже на камбэк, этого вечера. Слушай, невероятно, действительно чемпионский характер. У Олега сильный боец ему попался в лице Александра Чижова. Это бонус за волю к победе должен быть гарантирован. Просто, мне кажется, это камбэк года и номинант на бой года. Согласен, да. Обоим бойцам огромное уважение. Респект, просто большущий респект этим бойцам. Олег Хачатуров вернулся после долгого простоя. Поединку. We'll be right back.
Судді, будь ласка, підійдіть сюди до суддійського стола. Пока идет судейская коллегия, принимает свое решение. Невероятно сложный поединок. Именно этого мы ожидали от этих двух воинов. Аплодисменты им. Ну що ж, пані та панове, дуже довгим було рішення суддів. Отже, суддя Бадзюк, рахунок 29-28, Чижов. Суддя Єрко, рахунок 28-29, Хачатуров. Суддя Гінгізов, рахунок 28-27. Роздільним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку здобуває Олександр Чижов, Латвія! Дорогие друзья, это был невероятно сложный поединок, и надо отдать должное рефери, судьям, за их очень сложный выбор. Александр, ты приехал, сейчас, секунду, ты приехал в чужую страну, ты приехал в родные стены для своего оппонента и показал невероятно сложный поединок против топового бойца Украины. Какие эмоции, какие слова у тебя? Киев, здоровенький был. На самом деле, я считаю, что это был очень равный поединок. Олег больше боролся, но я нанес больше ущерба. Я считаю, что выиграл этот бой,
Но считаю справедливым дать Олегу реванш. На следующем турнире нам нужно было все. Олег, я даю тебе реванш на следующем турнире. У вас в Украине, в Киеве. На самом деле, за этой победой стоит очень большая команда людей. Это мой тренер, мой менеджер, мой друг, мои спарринг-партнеры. Я не бился полтора года, у меня были травмы. Для меня было очень тяжело морально приехать в чужую страну, к топовому бойцу в гости и провести поединок в его родных стенах. Ну, есть как есть, я победитель. Всем спасибо, Киев. Я еще обязательно вернусь. Подожди, последний вопрос. Последний вопрос. Ты хочешь реванш против Олега или бой за пояс WWC? Давайте бой за пояс с Олегом, если это возможно. К сожалению, невозможно. У нас является чемпион Кирилл Горобец. Тогда я считаю, по праву дать Олегу реванш. И уже потом биться за пояс в случае победы. Это достойный ответ. Я думаю, это будет самый ожидаемый реванш. Александр Чижов, аплодисменты ему.